Выражение «человек жив, пока жива память о нем» очень точно раскрывает суть большинства патриотических акций. 9 декабря более 50 представителей Омского регионального отделения волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне напомнили мечам о героях, в честь которых названы улицы нашего города, приняв участие во всероссийской акции «День героев Отечества». Акция – это всероссийская акция в рамках Дней единых действий. Именно сегодня в 85 регионах России волонтеры Победы выходят на улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, героев Отечества, и напоминают жителям города о героях, чтобы о них помнили, чтобы не забывали, чтобы ими гордились. За праздничный день волонтеры раздали мечам 3000 листовок в форме солдатских писем, содержащих биографию героев и информацию о незабываемых подвигах во имя Отечества. Заветные треугольники в Омске можно было получить на улицах Ивана Конева, Георгия Жукова, Алексея Перелета, Елизаветы Чайкиной, Анатолия Серова и Николая Ватутина. В Омской области акция проводится второй раз. Количество розданных листовок уже выросло вдвое. И самой главной наградой для волонтеров является тот факт, что мечи помнят о героях и о празднике. Этот день вообще надо почитать наших героев, все, которые отдали за нас свои жизни, щадя своими, как говорится, жизнями, они сделали нашу победу. О героях Отечества в нашем регионе вспоминают не только 9 декабря. Память о них хранится в сердцах жителей Омской области и передается из поколения в поколение. А благодаря патриотическим акциям, организованным при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, круглогодично младшее поколение региона узнает еще больше информации о людях, которые являются образцом для подражания и примером для гордости.